Привет всем, дорогие друзья, Жизар 1989, вы на канале Глафи, на который вы, конечно же, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставите лайки, инстаграм, телеграм в описании находите. Ну, в общем, молодцы, у нас Бочетильон, рейтинг и игрок, у которого 62% побед и 65, почти 66 тысяч боев. Опять же, ну невозможно, ты думаешь, что, ну как так, чувак, 239 хп. Друзья, основная часть урона будет нанесена с 239 хп. Он выкрутится из такой жесткой ситуации. Изначально, когда приехал, ну, подсвечу, там 4 тяжелых танка, возможно, будут прокатывать в город. Ну, кто-то да и будет прокатывать в город. 72-01, решил так не делать, поеду с СТ. Еще Проджета, Леопард, ну, довольно опасные танки у команды противника, и все, ты пошел перезаряжаться. Ты тут как бы от башенки не поиграешь, нет у тебя твердой башенки, и нет у тебя углов склонения орудия. Твои углы не очень-то и склоняются. Проджета 65, у врагов решил поехать вперед. Здесь это, конечно, было зря. Получает сначала один каточек, но потом пытается уехать, и... получает еще один каточек. Леопард на помощь. Разбирать 116 в 3. Ну, я не знаю, когда это видео выйдет, но у нас пока на момент его записи нет на евросервере такого танка. И Проджета решил, ну, поехать и настрелять просто вовсю. Но настреливать будут по нему. Ладно, хорошо, убрали 116 в 3. У нас убрали еще и со 7 в городе. И понятно, в городе поддавливают дальше. Там 3 тяжелых танка. А у нас там было двое, да? У нас всего 3 тяжа в команде. У них 4. И у нас, и у противника по одному тяжелому танку поехало на направление СТ. Попытки отстрела ИСа 7 и 575. Лихая пристрелка вылетает максимальный урон у ИС 7, который только возможен. И тут, будучи в КД, который бочат, да, на него влетает самый ДПМный средний танк в игре. Леопард. А вот теперь текать. И раз, не попал в него сейчас. По-моему, ИС 7 стрелял. Кто это был? 116 F3 вражеский это был. Успевает пока что уехать. Леопард пытается догнать, забрать шотного бочата, но ему это не удается. Отличную траекторию отступления выбирает Бочетильон. А дальше едем с 2 снарядами. Я думаю, он уже на этом моменте не особо верил, что стоит перезаряжать барабан. Сейчас опять летит по нему 2 выстрела, один из которых от бабахи. И оба танка вражеские не попадают по нашему бочату. Отход немножечко подальше. И вот уже здесь нужно отсветиться, а потом пробовать делать какие-то чудеса на виражах. Втроем против 5 остаются. Леопард пытается подсвечивать для своей команды, но нам не удается пока раздать по нему снарядиков. 2 снаряда уходят пока что в никуда. Третий залетает в цель, плюс 411. Вот 40.05, и 40.05 добивает его. Остается 623 хп. Есть еще один танк, это Каро. У Каро достаточное количество очков прочности, но пока что по стволам мы все равно проигрываем. Хорошо, что отъехал подальше. Хорошо, что успел уйти. И сейчас максимально навыки охотника у Бочетильона активируются. Хорошо, что у противника нет быстрых танков. Услышал или увидел, что отстрелялся 183-й. Можно делать ему бобо. Хорошо, что 40.05 в это время помогает. И очень хорошо, что такой огромный танк, как 40.05, не отстреливают в ноль сейчас. Потому что в основном это будет получаться именно так. Теперь количество стволов в обеих командах сравнялось. У Каро количество хп не падает. А вот уже и упало. 922 осталось. Есотый каким-то образом до него добирается. Забрать 116 F3 очень хочется девочку интернет. Минусит как раз таки эта девочка наш Каро. И вот опять мы по стволам и по хп в минусе. У противника еще есть абсолютно фуловый Е100. Да и другие танки броней не обделены. А все-таки легкие, средние танчики — это те, кто не пробил, это те, кто рикошет. А по тебе нужно просто пукнуть. Дунул, плюнул, и нет бочата. Поэтому опять же шкиримся по углам, пока пытаемся объезжать. Это опасно.
ездить в такой ситуации, вот так вот объезжать, тоже опасно. Потому что откуда ты знаешь, что ему в голову взбредет, твоему противнику? Он может оказаться совершенно не там, где ты до этого думал. Один снаряд и второй снаряд минус 116 F3. Опять количество стволов становится одинаковым. Тут, конечно, нужно забирать и со седьмого. Почему забирают всегда того, у кого меньше ХП? Ну, понятное дело. Пока ты будешь пытаться убивать Есотова, к примеру, у него ХП много, да? И седьмой воспользуется моментом и убьет тебя. Два снарядика, как видите, перезарядился сейчас на ББшке снова, а ББшек всего две. Нужно постараться забрать ИСа седьмого. Ну, тут не совсем все от тебя зависит, конечно. Но сейчас отлично проходит. И уже только кумулятивы. Только не хардкор. Одну тычку успел получить Е100. Но, честно говоря, наш 40.05 тоже будет принимать. И принимать посмертно. Как сами понимаете, будет отправляться, будет получать путевочку в ангар, что тех 183 хп забрать. Зато у нас теперь есть время с долгим КД Есотова для того, чтобы его начать крутить. Но проблема есть. У Есотова экраны по бортам. И если будешь стрелять в борт, к примеру, можно попасть в такое место, где действительно экран не позволит тебе пробить танк. Нужно пытаться вверх борта отстреливать, что он и делает. Сейчас, понятное дело, руки потеют, руки трясутся. Потому что ты находишься в ситуации, когда ты можешь набить практически 9000 урона. Ты весь бой провел с 239 хп. И маленькая ошибка, например. Ты врезаешься в Есотова. И все. И до свидания. Он тебя просто затаранит. Вот даже тут 6 хп. Умудрился забрать. Был момент сейчас. И вот сейчас момент, когда можно было проиграть эту катку. Но в итоге рекорд по аккаунту обновлен. И сделано это на батчате. И сделано это с минимумом очков прочности, что добавляет бою интересности. 239 хп. Сбежал от леопарда. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. И под зад всем надавал. Ну вот, красавчик. Вот вам. Опа. Да? Правильно? Правильно. И вот этот бой является историческим для нашего героя. Инстаграм, телеграм, друзья, в описании. Подписывайтесь. Также там моя почта. На почту реплей с после боевой статистикой. Ну и, конечно же, пишите Wargaming или Леста, где сыгран бой, для того, чтобы мне было легче ориентироваться. До новых встреч. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.